Шаровая молния – одна из самых таинственных и малоизученных явлений на нашей планете. Это странное и загадочное явление, которое появляется во время грозы и, как известно, может проникать через окна и иметь опасные последствия. Существует тысячи теорий ее возникновения, и ни одна из них не доказана учеными. Что же это за мистическая природная загадка? Знаю одно, повстречав вблизи шаровую молнию, человеку или любому другому существу вряд ли удастся выжить. Некоторые даже утверждают, что ее вообще не существует, а это все наше воображение. Сейчас вы увидите видео доказательства того, что шаровая молния существует. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А мы начинаем. И у нас 8 страшных шаровых молний, снятых на камеру. А также не забудь подписаться на мой телеграм-канал, где ты найдешь все шокирующие и запрещенные видео ютубом, которые не входят в выпуски канала Зомби Чеза. Это видео было заснято в Новосибирске. В кадре светящийся шар катится по полю. Судя по всему, это и есть шаровая молния. Ощущение, будто смотришь какой-то фантастический фильм-катастрофу, но только это не вымысел режиссера, а реальность. Видео было снято возле дома в близком расстоянии через высокий забор на вытянутых руках. И если пользователи соцсетей были в полном восторге и гадали, какого же на самом деле размера шаровая молния, то эксперты опасались, что снимать молнию было крайне опасно. Техника могла притянуть ее к себе, как и обычную молнию. Судя по комментариям видео, автор постоянно переживал, что шар уходит от него в бок. Это было крайне глупо, ведь переживать стоило бы, если бы он летел на него. В общем, автор вместо славы в интернете рисковал как минимум оказаться в больнице. Так что, как говорится, этот трюк самостоятельно лучше не повторять. Эх, сейчас в сторону уйдет. Да это шаровая молния, я просто первый раз в жизни вижу. В сторону сейчас уйдет, зараза. Житель города Дейтон, штат Огайо, США, вышел на крыльцо дома, чтобы сделать несколько красивых кадров, заснять мощный град с ветром, но внезапно увидел эффектное и необычайное редкое явление – шаровую молнию. По словам автора ролика, вдоль высоковольтной линии прокатился мощный электрический разряд, а сразу за ним возник гигантский голубой шар. Через несколько секунд редкий природный феномен исчез. Уникальное явление оказалось запечатлено на камеру видеонаблюдения, установленную где-то в английском городе Донкастер. Видео появилось в январе 2019 года на Ютубе, но его автор безапелляционно заявил, что на ролике заснят инопланетный корабль, который приземлился на кучу песка на моей дороге. Тем не менее, ролик стал быстро набирать просмотры, потому что заснятое на нем явление действительно очень необычное. В начале видео яркий белый сферический объект опускается откуда-то сверху, а потом замирает посреди экрана на месте, но продолжает светиться то ярче, то тусклее на протяжении около 10 секунд. Это точно не очередное насекомое перед камерой, так как объект излучает очень яркий свет, причем свет пульсирует. Эксперты сделали вывод, что это та самая шаровая молния. В августе 2019 года в штате Южная Каролина пошли дожди, и житель городка Конуэй Ромулус предусмотрительно взял с собой на работу зонтик, но он даже не подозревал, к чему приведет прогулка. Мужчина с зонтиком решил быстро преодолеть путь между крыльцом и машиной. Ромулус понадеялся, что его не ударит молния, и побежал по дорожке, но уже через несколько секунд его мысли материализовались, и мужчина получил электрические разряд. Слева внизу мы можем заметить, что именно испустило электрический разряд – шаровая молния. Шокирующий момент зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах можно видеть яркую вспышку электричества, после которой мужчина отпрыгивает и роняет на землю зонт, а затем быстренько подхватывает его и убегает. Мужчина сказал, что не получил никаких травм.
2 сентября 2018 года автор заснял движение огненного шара вниз по линии электропередач, по счастливому стечению обстоятельства, не задевшего жилой дом. В Вашингтоне, возле коттеджного района, мистическим образом образовалась шаровая молния. Когда она двигалась вдоль жилых домов, наткнулась на электропровода, и шар, вцепившийся в провода, с очень жутким и громким звуком покатился вниз по улице. Очень повезло, что шаровая молния не взорвалась или не залетела кому-нибудь в дом, тогда были бы последствия намного хуже этих. Что думаете об этом видео? Пишите в комментариях. Fuck. 30 июня 2017 года девушка из Рязани сняла на видео шаровую молнию. Ее заметили возле торгового центра. Видео она опубликовала на YouTube. По словам женщины, это произошло перед началом ливня. Молния показалась в облаках и тут же скрылась. Можно заметить, как после появления летающего электрического шара, люди подоставали телефоны, что очень опасно в данной ситуации, и начали эмоционально от удивления кричать. Прохожие действительно в этот момент стали очевидцами очень редкого природного явления. В 2018 году произошел взрыв шаровой молнии над российским городом, и это удалось снять на видео. В дождливый октябрьский вечер была сильная гроза, и в какой-то момент в камеру попала шаровая молния, которая двигалась с огромной скоростью. Спустя момент она изменила скорость, резко ускорилась, и произошел взрыв, который растворил ее в воздухе. Благо, что шар не попал в дом, а то мог бы произойти пожар. Некоторые даже начали предполагать, что это была не шаровая молния, а НЛО, так как якобы шаровая молния не может так и двигаться. Тем не менее, вероятнее всего, что это все-таки была шаровая молния. Что думаете вы? Сентября 2014 года очень редкое и загадочное явление зафиксировали с балкона многоэтажки в небе Крыма. Ярко-красная шаровая молния высоко летела в небе. Обычно шаровая молния имеет либо белый, либо синий оттенок, а здесь мы видим кроваво-красный цвет. Пролетев небольшой участок в небе, огненный шар резко вспыхивает, разделяется на две маленькие частички и тут же испаряется без каких-либо последствий, как будто этой шаровой молнии и не было. Может, это была не шаровая молния? А что тогда? Как думаете? Если тебе нравится проверять свои нервы на крепкость, любишь сидеть в уюте, попивая чай и смотреть, как другой человек мучается в самых ужасных местах, какие вообще могут быть, то этот канал для тебя. Психологические и мистические эксперименты, путешествия в аномальные и мистические места всего мира. Мой второй канал просто Чез, ссылка в описании под видео. А на этом у меня все. Если досмотрели это видео до конца, значит тебе оно понравилось, а за это огромное спасибо. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Зомби Чез, пока.